Здорово, друзья, всем привет! Вновь мы путешествуем по Крыму. Сегодня мы вернулись в Алушту. И так получилось, что уже в Крыму мы знакомимся с партнерами, которые являются нашими ключевыми людьми в нашем бизнесе. И вот сегодня мы имели честь познакомиться с прекрасным человеком, очень красивой девушкой Мариной Скалдиной. Она сама живет в Симферополе. Сюда, в Алушту, она приехала специально для того, чтобы познакомиться с нами. И нам, конечно, было очень приятно. Вот. Надеюсь, что и Марина извлекла пользу из сегодняшней беседы. Как оказалось, Марина очень интересный, творческий человек. Она сама флорист, да? Правильно? Да, правильно. Флорист, занимается цветами. Но есть цели, да, есть цели в жизни. И сегодня я так надеюсь, что у Марины появился тот яркий лучик, то понимание, к чему, Марин, ты хочешь все-таки прийти, я права? Да, конечно. На самом деле я очень рада, что я с вами встретилась. И спасибо большое и Владимиру, и Олесе.